Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякара Море Тамабина Кедая Ну Джагата Самсарин Батита Павана Хету Таваяватарам Мосамапатита Прабху Напайбеянам. Аха Прабху Нитянанда Премананда Суки Крипа Бало Канакору Ами Баро Духим. Даякара Ситапати Адвайта Госай Тава Крипа Балепай Чайтанья Нитай Ахасваруп Санатана Рупарагуната Бата Джуга Шиджива Прабху Локанатам Даякарам Шри Ачарья Прабху Шринивасам Рамачандра Сангама Ге Наротама Дашам Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякара Море Тамабина Кедаяло Джагата Самсарим. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джаян Гауранитай, 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 Джая Гауранитай. Джая Джайо Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джая Шрила Прабхупад. Джая Джайо Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джая Шрила Прабхупад. Джая Джайо Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джая Шрила Прабхупад.
Джайо Джайо Прабхупад, 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 Джайо Шрила Прабхупад. Джайо Джайо Шри Чайтанья, Джайо Нитянанда, Джайо Двайта Чандра Джайо Гаура Бхакта Вриндам. Джайо Джайо Шри Чайтанья Джайо Нитянанда Джайо Двайта Чандра Джайо Гаура Бхакта Вриндам. Джайо Джайо Шри Чайтанья Джайо Нитянанда Джайо Двайта Чандра Джайо Гаура Бхакта Вриндам. Шри Чайтанья Чаритамрита ки джая, Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху ки джая, Нитай Гора Премананде. Так, дорогие друзья, мы пытаемся служить потрясающему писанию Шри Чайтанья Чаритамрите, который подарил миру Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами и комментировал наш Шрила Прабхупада своими бесценными комментариями, подарок сделал доступным и распространил эту книгу по всему миру и продолжает распространять Шрила Прабхупада эту книгу по всему миру для блага и спасения каждого падшего. Кто себя считает самым падшим, он обязательно спасется, соприкасаясь с служащей Чайтанья Чаритамрите. Но кто гордо считает, что он не самый падший, ему трудно будет, хотя Шри Чайтанья Чаритамрита его тоже спасет. Просто, может быть, немножко времени больше понадобится. Шри Чайтанья Чаритамрита спасет каждого в этом мире. Весь вопрос во времени, потому что это время укорачивает или удлиняет само живое существо. Шри Чайтанья Чаритамрита, как проливной дождь милости, льет одинаково на каждого. Просто когда дождь идет на камень, оно стекает. Когда дождь идет на плодородную землю, оно дает различные растения. Когда дождь идет на озеро, водоем, оно поднимается, сохраняет эту воду. Поэтому подход живого существа, то есть принятие этой милости, именно решает, насколько быстрее живое существо придет в свое изначальное состояние чистой души вечного слуги Кришны. Итак, мы продолжаем с того места, где остановились. Мы читаем Матхья Лилу, 24 главу, 61 объяснение стиха от Марама, называется глава. Мы прочитали до 14 стиха и будем продолжать с 15, но 14 еще раз прочитаем. Муниади шабдерарта шунасанатана притак притак арта паче кариба милана. Муни, слово муни, ади и других шабдера, слов арта, значение. Шуна, слушай, санатана, дорогой санатана, притак притак, по отдельности. Арта, значение патче, после кариба милана, я объединю. Дорогой санатана, послушай вначале о значениях других слов, начиная со слова муни. Я расскажу о значениях каждого из слов по отдельности, а после объясню, что означает стих целиком. То есть Господь Шри Чайтанья Махапрабху здесь объясняет, по какому методу он будет выполнять просьбу Шрилы Санатаны Госвами. Просьба была в том, что, дорогой мой Господь, ты 18 способами объяснил стих от Марама в доме Сарвабхаум Бхаттачари. Я это слушал, но сейчас я очень хотел бы еще раз, горю желанием слушать еще раз твои объяснения на этот стих. И Шрила Санатана Госвами в таком великом вкусе, духовном вкусе был от этих объяснений Господа, что еще хочет.
И духовная жизнь такая, что сколько бы мы ни читали Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Чаритамриту, любое авторитетное священное писание, мы, если мы правильно, искренне, серьезно, правильно, преданные, мы будем ощущать горячее желание еще, еще раз это читать, слушать, думать, воспевать и служить им, потому что духовная реальность бесконечна, имеет увеличивающийся вкус и новизну, яована. Кришна всегда новый. Каждый раз, когда смотришь на него, описывается он еще более красивый, как будто первый раз ты видишь его. То же самое священное писание. Каждый раз читаешь тот же самый стих, комментарий, оно как будто первый раз ты читаешь и слушаешь, оно имеет вечно увеличивающуюся новизну и свежесть. Это невероятное качество духовной реальности. Духовная реальность, оно вечное, оно в знании, и оно блаженное. Оно всегда расширяется. Любовь расширяется, экстаз расширяется, глубина стихов расширяется, углубляется. И это происходит вечно. И этому нет конца. Это логикой материальным невозможно объяснить. Нет никаких аналогов здесь, в этом мире. Итак, 15 стих. Муни шабде манан шила аракахе мауни тапасвиврати ятиара риши муни. Слово муни означает человек глубокомысленный, серьезный или молчаливый, аскетичный, твердо следующий своим обетам, отшельник и святой. Таковы различные значения слова муни. И здесь фактически Господь Шри Чайтанья Махапрабху слово «муни» говорит, объясняет, сколько значений может он давать. Глубокомысленный, раз, серьезный или молчаливый, два, аскетичный, три, твердо следующий своим обетом, четыре, отшельник, пять и святой, шесть. Вот шесть видов значения слова «муни» дал Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Дальше текст 16. Слово «нирграндха» указывает на того, кто освободился от материальных узлов невежества. Оно также относится к тому, кто не следует никаким правилам, предписываемым ведами. Оно указывает также на того, кто не обладает знанием. То есть слово «нирграндха» Господь три сказал значения. Кто освободился от материальных узлов невежества – еще тот, кто не следует никаким правилам, предписанным ведами, и еще указывает того, кто не обладает знанием. Три значения слова «нирграндха». Текст 17. Словом «нирграндха» обозначают также людей необразованных, безродных, не умеющих себя вести, не следующих принципам и тех, кто не оказывает почтения ведийским писаниям. Это слово еще может указывать как на человека с капиталом, так и на того, у кого нет богатств. Здесь Господь Шри Чайтанья Махапрабху еще добавляет, кроме этих трех качества или объяснения, которые вот он замечает в слове «нирграндха». И необразованные, безродные, не умеющие себя вести, не следующие принципам, кто не оказывает почтения ведийским писаниям. Еще человек с капиталом и человек без богатств. То есть еще семь значений. Три Господь дал в предыдущем стихе, 16, еще в 17. Еще семь значений, получается 10 уже значений на слово «нирграндха». Дальше 18 стих. Приставка «них» придает слову значение уверенности, последовательности, формирования или запрета. Слово «грандха» указывает на богатство, трактат и славообразование. Еще шесть объяснений. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это еще одна цитата из словаря Вишвапракаша. То есть получается 16 уже. Дальше 19 стих. Урукрама.
Слово урукрама указывает на того, чей шаг крама огромен. Слово крама означает выбрасывание ноги вперед, то есть шаг. Крама означает также сила, трепет, систематический метод, довод и резкий боевой выпад. Так Вамана заставил трепетать все три мира. То есть два значения сначала дал Господь Шри Чайтанья Махапрабху в слове Урукрама, а потом добавил сила, трепет, систематический метод, довод, резкий боевой выпад. То есть еще пять. Комментарий Шрила Прабхупады. Уру означает очень большой, а крама шаг. Когда Господу Ваманадеве были дарованы три шага земли, он тремя шагами покрыл всю вселенную. Этим подвигом Шри Ваманадева, воплощение Господа Вишну, поверг все три мира в трепет, и потому его называют Уру Крамой. Двадцать первый стих. Даже ученому, сосчитавшему все крошечные атомы материального мира, не счесть энергии Господа Вишну. В образе Ваманы Господь Вишну, приняв гигантскую форму, простирающуюся от корня материального мира до Сатьялоки, беспрепятственно захватил все планеты. Без сомнения, своими могучими шагами он поверг в трепет все планетные системы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это цитата из Шримад-Бхагаватам 2.7.40, в мантрах Ригведы 1.2.154 сказано. Значение этого стиха практически совпадает со значением приведенного здесь стиха из Шримад-Бхагаватам. «Ом Вишну ну варяникам правочам я партивани вимаме раджамси йоскам бхаятутарам садхастхам вичакраманас третхору гая». Дальше, после вот этого примера, что значит Урукрама и кто представляет Урукраму, какие качества у Господа. 22 стих. В своей всеобъемляющей форме Верховный Господь являет все мироздание. Он поддерживает и питает космос своей чудесной энергией. Своей энергией супружеской любви он поддерживает планетную систему, называемую Голокой, Вриндаваной, а своими шестью достояниями множество планет в Вайкунтхе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Своей гигантской формой Господь Кришна занял все мироздание. Своими непостижимыми энергиями Он поддерживает все планетные системы. Подобно этому своей супружеской любовью Он хранит свою личную обитель Голоку Вриндавану, а с помощью своих достояний духовный мир со всеми планетами Вайкунтхами. То есть здесь очень интересный момент, что Голоку Вриндавану Господь поддерживает энергией своей супружеской любви. Энергия супружеской любви. Матуря Шактье. Матуря Шакте, значит, при помощи своей энергии супружеской любви. А Айшварье, с помощью своих шести достояний Бхагавана. Он поддерживает духовный мир планеты Вайкунтхи. Дальше,
Слово Урукрама указывает на Верховного Господа, который посредством своей внешней энергии совершенным образом сотворил бесчисленные вселенные. Слово Крама тоже имеет различные значения. Оно относится к энергии, упорядоченному устройству, шагу, движению, дрожи. Комментарий Шрила Прабхупады. Эта цитата из словаря Вишва Пракаша, Верховная Личность Бога присутствует повсюду. Он не только поддерживает своими непостижимыми энергиями три мира, но и дает все необходимое для их функционирования. Кроме того, супружеской любовью он поддерживает свою духовную планету, Голоку Вриндавану, а своими достояниями Вайкунталоки. Своей внешней энергией он поддерживает материальные вселенные. Все в материальных вселенных действует слаженно благодаря тому, что они сотворены Верховной Личностью Бога. Текст 25. Слово «курванти» означает «они делают что-то для других», поскольку эта форма глагола «делать» обозначает действие, совершаемое ради других. Она употребляется в связи с преданным служением, заниматься которым следует ради удовольствия Кришны. Таково значение слова «курванти»? Комментарий Шрила Прабхупады. В санскрите любой глагол, в том числе глагол «делать», имеет две формы – «парасмайпада» и «атманепада». Если что-то делается для собственного удовлетворения, употребляется форма «атманепада». В этом случае глагол «делать» будет звучать на санскрите как «курвате». «Курвате». Не «курванти», а «курвате». Угу. Если же нечто делается для других, глагол меняет окончание на «курванти». «Курванти». Иначе говоря, Шри Чайтанья Махапрабху сообщает Санатане Госвами, что в стихе Атмарама глагол «курванти» указывает на то, что делать что-либо следует только ради удовлетворения Кришны. Это подтверждает и грамматист Панини. Глагол ставится в форме «атманепада» в том случае, когда действие совершается ради собственного блага, а если оно совершается для других, употребляется форма «парасмайпада». Таким образом, форма глагола выбирается в зависимости от того, совершается ли действие ради собственного удовольствия или ради удовольствия другого. Фактически вот чистая бхакти вот этим отличается. Чистая бхакти означает, что ты действуешь ради удовольствия Кришны. Действовать ради удовольствия гуру и вайшнавов – это тоже означает ради удовольствия Кришны, потому что они вместе всегда. Гуру, Кришна, вайшнава. А если человек действует ради себя или расширенного своего как бы окружения, себя означает, он считает свой народ, свою семью, своих близких своими. И, или свое тело, свои чувства, свой ум. Если человек действует ради грубого, тонкого тела, удовольствия своего и своего окружения, которые тоже имеют это грубое и тонкое тело, значит, он действует не в чистом бхакти. И поэтому он останется в сферах материального мира, потому что только здесь действует ради себя. В духовной сфере действует ради Кришны, ради его удовольствия. Дальше 26 стих. «Сваританита картри апи прае крия пале». Окончания атманепады употребляются в глаголах с добавочной «н» или мелодическим выделением «сварита», когда под действием принадлежит действующему лицу, когда плод действия принадлежит действующему лицу. Плод действия принадлежит действующему лицу. Комментарий Шрила Прабхупады – это цитата из Сутр Панини 1.3.72. То есть очень научно Господь Шри Чайтанья Махапрабху описывает каждую деталь. Слово «хету» – причина – означает, что действие совершается с какой-то корыстной целью. Существует три вида таких целей. Можно действовать ради собственного наслаждения, первое, второе, ради достижения некоего материального совершенства, второе, и третье – ради освобождения. То есть эти все действия считаются корыстными. Действовать ради собственного наслаждения, ради достижения некоего материального совершенства или ради освобождения.
Многие хотят освобождение получать, но это корыстно. 27 стих, 28 стих. Возьмем в начале слово «бхукти» – материальное наслаждение, у которого бесконечное количество значений. Рассмотрев слово «ситхи» – совершенство, мы обнаружим у него 18 значений, а у слова «мукти» насчитывается 5 значений. Беспричинное преднаслужение совершается не ради чувственных наслаждений, мистических способностей или освобождения. Человек, избавившийся от этих форм осквернение может обрести власть над Кришной, озорником из озорников. Каутуки, значит, озорник из озорников. Ну, здесь в дословном переводе стиха пишется «Вашахая покоряется». Ну, перевели власть. Перевели власть над Кришной. Ну, пойдем дальше. Этот стих дает фактически понимание, что такое чистая бхакти. Определение чистого бхакти – это 1.1.11 бхакти расамрита синту. Слово «бхакти», преданное служение, продолжает Господь Шри Чайтанья Махапрабху, имеет 10 значений. Одно значение связано с садхана-бхакти, преданным служением в соответствии с правилами, а остальные 9 значений – это разновидность према-бхакти, экстатической любви к Богу. Кстати, это очень невероятное объяснение и очень важно помнить. Слово «бхакти», например, скажут, а что такое «бхакти»? Бхакти означает преднаслужение, так перевел Шрила Прабхупада. А что это означает? И здесь Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, слово «бхакти» имеет 10 значений. Одно значение связано с садхана-бхакти, преданным служением в соответствии с правилами. А остальные 9 – это разновидности према-бхакти, экстатической любви к Богу. Комментарий Шрила Прабхупады. 9 видов према-бхакти – это рати, према, снеха, мана, праная, рага, анурага, бхава и махабхава. То есть влечение, любовь, нежное чувство, любовное негодование, близость, привязанность, подчиненная привязанность, экстатическая любовь и возвышенная экстатическая любовь. Слово садхана-бхакти имеет только одно значение – регламентированное преданное служение. Вот эти очень ясные комментарии. Дальше читаем. Проявление любви к Богу можно разделить на 9 видов от влечения до экстатической любви. И далее до высшей степени экстатической любви Махабхавы. То есть мы видим, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал про слово бхакти, а потом дал 10 значений, а потом начинает, то есть продолжает дальше объяснение. Проявление любви к Богу можно разделить на 9 видов. От влечения до экстатической любви, далее до высшей степени экстатической любви Махабхавы. То есть в этом стихе 31 Господь Шри Чайтанья Махапрабху объясняет вот эти 9 проявлений према бхакти. У преданных, находящихся на уровне нейтральных отношений, влечение Кришне может достичь уровня любви, премы. А у тех, кого связывают с Кришной отношения слуги и господина, влечение может достичь уровня спонтанной привязанности, раги. То есть према бывает разных уровней. Экстатическая любовь таких преданных, как вриндаванские друзья Господа, может достичь уровня анураги. У преданных с родительской привязанностью, у отца и матери Кришны, любовь к Богу может достигать высших пределов анураги. Гопи Вриндавана испытывают Кришне супружескую любовь, которая может развиться до уровня Махабхавы.
высочайшего проявления экстатической любви. Вот некоторые из удивительных значений слова «бхакти». То есть Господь дал 10 значений слова «бхакти», а потом несколькими стихами объяснил, кто на каком уровне премы находится, может находиться. Более подробно вот эти значения, которые Господь объясняет, более подробно есть объяснение в «Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами». Потому что сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху ему дал это указание и ему дал это знание и шакти развенчивать, более подробно объяснять вот эти все научные понимания науки бхакти. Фактически вся наука бхакти в Шри Бхакти Расамрита Синдху, священным писанием. Дальше Господь продолжает с 35 стиха. И там будто гуна шабде шаунага вайкяна, и там шабдера винарта гуна шабдера ана. Пожалуйста, послушай о значении слов и там будто гуна, входящих в стих Атмарама. И там будто имеет свои значения, а гуна свои. Слово «Иттамбута» духовно возвышенное, ибо означает «исполненный трансцендентного блаженства». Блаженство от слияния с бытием Абсолюта Брахмананда в сравнении с блаженством «Иттамбута» не более чем пучок соломы. «О мой Господь, о наставник Вселенной, я воочию увидел Тебя, и трансцендентное блаженство мое стало огромным, словно океан». Обнаружив себя в этом океане, я понимаю теперь, что все остальное, так называемое счастье, не более чем лужица в следе от копытца теленка. Комментарий Шрила Прабхупады. Это стих из Хари Бхакти Судодая 14.36. Господь сказал объяснение и приводит в экстатической любви стих, подтверждающий то, что Он сказал. Господь Кришна так удивителен, что нет никого привлекательнее Его и никого, кто приносил бы большую радость. Он высший обитель блаженства своей силой, Он заставляет забыть любые иные удовольствия. Невероятно сладкие стихи. Чистое преданное служение столь возвышено, что человек, занятый им, способен легко забыть о счастье, которое приносит материальные наслаждения, освобождение от материи, мистические или йогические совершенства. Так преданный оказывается связанным милостью Кришны, его поразительными качествами и могуществом. Когда человек, достигнув духовного уровня, чувствует привлекательность Кришны, логика священных писаний перестает играть какую-либо роль в его жизни, и он не придает особого значения основанным на этой логике выводам. Это одно из трансцендентных качеств Кришны, суть всей трансцендентной сладости. Здесь пару слов можно сказать, хотя нет комментариев. То есть... логика священных писаний особого значения не имеет для человека, который чувствует привлекательность Кришны, значит, для него важно не понимание как таковое постижение Кришны, а для него важна любовь к Кришне и красивые трансцендентные качества и сладость Кришны. Это одно из трансцендентных качеств Кришны, суть всей трансцендентной сладости. То есть, фактически, красота Кришны, красота и глубина его качеств, его игр настолько привлекает его окружение, его дамы, человека, который достиг духовного уровня, что он даже на логику шастр не обращает внимания. Это означает, он просто занят любовным служением. Он не анализирует уже, что по шастрам, что не по шастрам, потому что все у него уже по шастрам давно. Он достиг премы. Слово «гуна» означает качество. Качество Кришны трансцендентны и нет им числа. Все духовные качества исполнены трансцендентного блаженства. Нет им числа означает, что
как ранее было сказано, есть 64 главных качеств Кришны, но это главное, но его качество на самом деле беспредельное. Айшварья мадурья карунья сварупа пурната бхакта ватсаля атма парьянта ваданьятам. Кришне присущи во всей полноте и совершенстве такие духовные качества, как могущество, сладость и милосердие. Кришна так любит своих преданных, что из великодушия может отдать им самого себя. У Кришны бесчисленное множество качеств. Преданные привлечены его необычайной красотой, особыми отношениями с ним и его ароматом. Так преданные испытывают каждый свою трансцендентную расу. Поэтому Кришну называют всепривлекающим. Это очень-очень важно все это знать. И дальше Господь говорит: «Сана кадир мана харил саурабхади гуне». Умы четырех мальчиков-мудрецов, Санаки, Санатаны, Сананданы и Санат Кумара, были прикованы к лотосным стопам Кришны, так их привлек аромат листьев туласи, предложенных Господу. И здесь мы остановимся, дорогие преданные, мы прочитали до 44 стиха, начиная с 15 стиха Матхья Лилы, 24 главы Шри Чайтанья Чаритамриты. Спасибо большое. Нужно соприкасаться, слушать, воспевать, упиваться этим сладким нектаром. И если это делать с бхакти, с преданностью ради удовольствия Шрилы Прабхупады, наших ачарьев Шиши Панча Татвы, ради их удовольствия слушать, воспевать, а не ради себя, ради своего освобождения или счастья, совершать процесс бхакти, слушать, воспевать, памятовать ради удовольствия Кришны и его окружения, тогда мы ощутим блаженство, счастье и будем постоянно углубляться дальше и дальше в океан бхакти. Океан бхакти, оно бездонное. Без конца и края. Поэтому человек должен не лежать на поверхности бхакти, а должен постоянно погружаться. Погружаться означает постоянно еще большее горячее желание иметь, стремление, желание иметь, идти, совершать любовное преднаслужение ради удовольствия Кришны. Погружение означает постоянно мы должны беспокоиться, увеличились ли наши желания, горячее желание есть ли у нас, и увеличилось ли оно сегодня больше, чем вчера, завтра больше, чем сегодня. А потом приходит момент, когда человек ощущает, что он каждый час должен увеличивать свою преданность Богу и любовное служение. Потом каждую минуту он не может не увеличивать. А потом каждую секунду, потом каждую долю секунды. И так вечно. Нет конца. Как только человек где-то останавливается и думает, что есть какой-то уже уровень и нужно остановиться, значит, он просто глупец. Он останавливает свой духовный прогресс. Потому что духовный прогресс нельзя останавливать. Как только человек останавливает, значит, у него чистая бхакти от чего-то портится, то есть что-то мешает, какие-то препятствия. Чистая бхакти оскверняется, и получается нечистая бхакти. Чистая бхакти, оно беспрепятственно течет, все преграды сметая на своем пути, как река течет, как Ганга течет, приводится этот пример к океану. Как только человек останавливается, значит, возникли препятствия к чистому бхакти, и человек должен выяснить эти препятствия, устранить. В основном это бывает от оскорблений,
разных видов оскорблений. Как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. Спасибо большое, дорогие друзья. Нитайгора Премананде. Мы постараемся продолжить по милости Господа и наших ачарьев. Джай Шрила Прабхупада.